Яркие и уверенные в себе. Каждая из девушек готова побороться за участие в конкурсе красоты 8 канала и модельного агентства Astra Models Miss Sunrise 2017. Решительно настроенная и строгая жюри. Из 50 претенденток необходимо выбрать лишь 8 участниц. Кастинг начался с визитной карточки красавиц. Добрый вечер. Меня зовут Кристина. Я очень веселый человек. Люблю животных, ходить на море. Читаю понемногу, то есть люблю природу. На протяжении долгих лет активно занимаюсь спортом. Мечтаю наконец-то приехать во Владивосток и начать покорять различные конкурсы. Еще у меня дома 5 кошек и 1 собачка. Пока жюри совещались после первого этапа кастинга и решали, кто именно переходит в следующий, девушки готовились к самому главному и самому интригующему моменту – дефиле в купальниках. Но, несмотря на переживания, перед выходом на сцену красавицы уделили несколько минут и съемочной группе 8 канала. Участницы конкурса красоты «Мисс Sunrise» наверняка очень волнуются перед конкурсом. И мы решили заглянуть к ним в гримерку, чтобы они поделились с нами своими эмоциями. Пойдемте. Мне кажется, ты очень спокойна. Или волнуешься все-таки? Нет. Я не волнуюсь. Правда? Почему не волнуешься? Я не знаю. Да нет, не то чтобы пока на сцену не вышло, просто я себя пока чувствую очень уверенно. Как ты считаешь, чего категорически нельзя делать участнице конкурса красоты? И что нужно обязательно сделать перед конкурсом? Угу. Нельзя сутулиться и быть хмурым человеком, неуверенным в себе, потому что улыбка – это вообще самое такое основное. Но верить в себя. Какие бы ты советы дала девочкам, которые тоже планируют участие в конкурсе? Первое – это посмотреть на себя в зеркало и показать себе, в первую очередь, то, что ты хочешь показать зрителям. То есть уверенность, красоту, да, какую-то улыбку и расслабленность. Потому что многие красивые девушки иногда выходят на сцену, и это паника. Пожелать хотела бы я девочкам, в первую очередь, это быть искренне. То есть с самим собой, и вообще не нужно там придумывать речь, например. Не нужно там, не знаю, что-то заучивать, просто говорить, какая ты есть, какой ты человек, и все, и это оценится, и, конечно же, улыбка. И начался второй решающий этап. Сразу же после эффектного дефиле – танцевальная импровизация. Умение хорошо двигаться – один из главных критериев участия в конкурсе. Конкурс красоты «Мисс Sunrise» проходит уже не первый год, собирая самых красивых и амбициозных девушек не только Владивостока, но и всего Приморского края. Организатором проекта выступает 8 канал совместно с модельным агентством Astra Models. Уже второй год подряд проводит кастинг на конкурс красоты «Мисс Sunrise». «Мисс Sunrise», как вы помните, это было самое красивое шоу прошлого года. И мы надеемся, что в этом году мы ни в коем случае не снизим планку. Сегодня мы можем видеть девушек как именитых моделей, так и новые лица, которые, возможно, никогда не занимались модельным бизнесом всерьез. Это не может не радовать. И, конечно же, мы не можем не поблагодарить наших партнеров. Это генеральный спонсор конкурса «Тигры де Кристалл», а также генеральный партнер конкурса «Мисс Sunrise» Центр лазерной косметологии ТИС. В этом году кастинг, который проходил в закрытом формате, прошли 8 девушек. Теперь именно они будут упорно готовиться к финалу. Организаторы обещают сделать его очень ярким и запоминающимся. И ни одна финалистка не останется без приза и будет оценена по достоинству. Полуфинал конкурса пройдет 22 июля в казино «Тигры де Кристалл». А грандиозный финал уже по традиции состоится в шатре у яхт-клуба «7 футов». Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на 8.